Добрый день, друзья. Была у меня вот такая экшн-камера, все хотел сделать обзор. Ну, дрянь, конечно, дрянью. Ну, качество плохое. Что еще здесь плохого? Мне кажется, слабый здесь этот, который процессор, и поэтому оно не может он обрабатывать большое количество пикселей и тому подобного. Вот, как-то, ну, не знаю, что-то сгоряча все-таки купил тогда. Вот, а тут мне понадобилось, мне надо в этом инфракрасном свете кое-что сфотографировать. Полазил по интернету, потом что-то не видел, а что-то увидел. Вот. Что надо убрать фильтры, и вот камера будет снимать. Там камера приблизительно вот такая же. Вот у меня веб-камера, она, по-моему, что-то дохлая. Вот. Что мы видим внутри? Вот видите, вот этот вот квадратик, это и есть инфракрасный фильтр. Его сдергиваем, и камера начинает снимать, запечатлевать инфракрасный спектр. Вот этот объективчик, кстати, вот этой камеры, а вот этот блестящий вот от этой вебки. Вот вебка что-то, похоже, дохлая. То ли я сломал, то ли так и было, то ли неправильно распаял я ее тут, ну, надо было отпаять. Вот, но это другой вопрос. Давайте сейчас попробуем включить. Что у нас? Вот, загорелось. Ну, ведь немножко странно. Ну, тут это может быть. Ну, вот смотрите, сейчас мы очень наглядные примеры показывают или нет. Ну, кстати, видите, мигает. Вот я своим глазом не вижу. Ну, вот видите. Сейчас мы попробуем. Так, кладем. Целим. Ну, видите, какая яркость, совсем другая. То есть, инфракрасные показывает. Ну, снимает. Соответственно, сейчас мы давайте выключим. Что нам теперь еще надо сделать? Нам надо сделать инфракрасное освещение, чтобы вот поглядел мужик, брал тренировочную пленку, заклеил, ну, клеил на стекло, стекло в прожектор, и вот получалось то, что надо. Такой вариант. Вот смотрите, вот здесь вот он ничем не прикрыт, бывают пульты прикрытые пластиком таким темно-красным. Вот, соответственно, можно из него какую-то вырезать эту, и если не, ну, не сильно яркую надо подсветку, то можно вот так будет сделать. Что еще? Вот, какие еще есть варианты? Поискать хочу старые пульты, соответственно, в нем инфракрасный светодиод. Я их, ну, то есть выпаять и впаять в фонарик. Там мне, допустим, мне кажется, хватит этой подсветки, потому что мне надо статичное изображение. Чик. Вот, и потом, смотрите, чем интересно, если у вас более какая-то, там, вы пользуетесь, то я могу объектив, то есть сейчас мне снова сделать из нее обычную камеру, это просто выкрутить один объективчик и вкрутить другой. Вот, ну, то есть можно, подсвечивая инфракрасным, получать типа прибора ночного видения. Возможно, для чего-то он и нужен. Как-то есть какая-то такая, да, там детская мечта. Какие-то, знаете, ну, мы когда это читали в книжках, приборы ночного видения, еще что-то. Ну, в военных целях явно я бы, ну, не стал рисковать с каким-то таким, где светится здоровенный экран, что он как фонарик будет вас освещать. Вот, а вот для каких-нибудь там, не знаю, залезть в какой-нибудь там подвал, чтобы не привлекать внимание, что там, кто там с фонарем лазит, то может быть и для каких-то вот таких вот целей. Ну, потому что вот она, размер плюс фонарик.
с инфракрасными светодиодами. Вот она, вся система. То есть можно сделать какой-то наглазник сюда, чтобы ну, плотнее глазу и, соответственно, не светил экран. Соответственно, здесь вот все вот эти вот маленькие, ну, залепить как-то светодиоды. Ну, здесь какой, здесь чем хорошо, здесь съемная батарея. Чем плохо, что она какая-то фиговая батарея. Ну, вот можно что-то подпаять и батарею убрать, и убрать массу, скажем, если это делать, я бы стал куда-то кепки, либо, ну, как налобные фонарики, бывает сзади батареечный блок. И туда можно положить уже парочку вот таких вот этих больших аккумуляторов, где вот, ну, уже совсем другая емкость, и вот эта система может работать намного дольше. Вот, ну вот такая вот, как бы, ничего особого не создал, ну вот. Ну, как минимум проверил, что да, можно вот убрать и будет работать.